Знак зодиака Скорпион. Согласно греческим мифам, гигантского скорпиона послала богиня Гея, чтобы убить охотника Ориона. Оба они были превращены в созвездие. Поэт Арат приписывал это деяние Артемиде и говорил: «Когда скорпион поднимается на востоке, Орион спешится скрыться на западе». Человек, рожденный под знаком зодиака Скорпион, сочетает в себе очень противоречивые черты. Он может быть сдержанным в проявлении чувств и даже казаться холодным. Но в душе это очень эмоциональный человек. Он прямолинеен, умен и не лезет за словом в карман. Обладает невероятной стойкостью и с достоинством выдерживает любые испытания. Я считаю, что этому прямолинейному, немного жестокому и честолюбивому знаку подошла бы картина Франциско Гойя «Сатурн, пожирающий своих детей».